Тем временем в западных и украинских СМИ разлетается информация о том, что Кремль готовится к террористическому ответу. Посольства сразу нескольких западных стран в Киеве, среди которых США, Италия, Испания и другие, закрываются. Дело в том, что помимо привычного большого количества тушек, подготовленных к боевому вылету, Россия может впервые применить по Украине экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». РС-26 – ракета быстрая и мощная. 1,2 тонны боевой части, дальность полета 6000 километров. Нанесение удара возможно с востока, из района Астрахани. Время подлета ракеты около 12 минут. И да, нам не привыкать к массированным обстрелам и террористическим ударам по нашим городам. Но учитывая все вышеперечисленные факты, сегодня к тревогам и собственной безопасности лучше отнестись с особым вниманием.